Вот наш бокс монтируется как внутренний, так и снаружи. В данном случае смонтировался снаружи. Давайте сейчас объясню, где что. Смотрите, самый главный момент. Подача от котла, который от контура отопления идет. Сначала раскатывается контур, а потом только на обратке ставится бокс, чтобы он ловил уже температуру обратки. Если на подачу его поставить, он постоянно будет закрытый. Сразу горячая вода зайдет, и он перекроется. Здесь регулируется температура, какая нам нужна, и он будет ограничивать проток по теплоносителю. То есть, еще раз, от контура отопления заходит прямо в контур, возвращается, проходит через наш бокс и уходит в обратку отопления. Посмотрим, разберем, как она там выглядит изнутри. Смотрите, вот эта термоголовочка, но она необычная, она работает не температурой помещения. Здесь вот стоит гильза, достаточно объемная, передает тепло на термоголовку, на этот элемент. Он расширяется и начинает давить. И тем самым подзакрывает краник и регулирует температуру, которая нам необходима. Так как данный теплый пол подключается непосредственно до высокотемпературного контура, труба должна быть именно для отопления. То есть стенка должна быть 16 на 2,2 пекс. На сколько квадратов можно раскатать? Вопрос немножко некорректный. Шаг может быть 10, 15, может быть 20. Скажу так, на контур не более 80 метров подойдет вообще отлично. Ну, то есть это там санузел, кухня, классно раскатается. Так, запустили мы боксы. Давайте посмотрим, что получается. Вот выходит у нас, ну, он говорит, там порядка 40. На самом деле даже побольше. Ну, пляшет постоянно. Ну, и выходит, видите, попрохладнее. Все, и он регулирует. И давайте посмотрим на контуры наши. Вот. Ну, в принципе, вот верхняя подача, и вот у нас обраточка идет. В принципе, более-менее разница небольшая. То есть, ну, заходит у нас, если 40 наружнее, то есть теплоноситель там около 50, а через трубу выходит 40. И на обратке, ну, около 30. То есть разница 10 градусов. Что хочу сказать, тут важно обязательно улиткой раскатывать, чтобы подачи с обраткой чередовались, чтобы не было полос. А так отличная штучка, классно работает.